Друзьяшки, всем привет, с вами Капанда, и сегодня играем в Roblox, извиняюсь за выражение, симулятор засранца. Да, здесь надо будет нам прокачивать свой пердак, свой попец, и маленечко, извиняюсь за выражение, Короче, надо будет здесь пердеть. Я не знаю, чем вдохновлялись разработчики этого режима, но явно у них на месте головы, наверное, находится их же сам пердак. А ныне просто жопа. Или попа, или попец. Либо срачка, не знаю, как ее еще мягко-то назвать, чтобы никого не обидеть. А, в общем, у нас здесь такая карта есть. Мы по ней бегаем и кушаем наши вкусные бобы. А бобы, вы как знаете, вызывают брожение в желудке. От этого потом маленечко подпердывается. Короче, пукать будем. А еще здесь есть... Ой, мамочка, это что такое? Это тут какой-то лес дремучий. Тут... О, здесь кому-то было плохо. Кому-то там было плохо. Короче, у нас еще раскапливается Special Power и Fart Power. Fart — это пердец. Короче, нажимаем на буковку F, либо А русскую, и вот так вот. Халабысь, сдуваемся и пердим. Меня кто-то чуть не смыл. Точнее, не сдул своим пердаком, чуть не сдул. Ой, и когда пердишь, такой худой сразу становишься. Мамочки, какой-то я дрищ стал. Я все свое спердел. Короче, меня опять еще и смахнули. Меня просто несло чем-то пердежом. Потом здесь еще вываливаются какие-то здоровые штуки. Я так и не разобрался, что они делают. А, вон, типа здоровая какая-то тухлятина. Это брокколи, наверное. Ну, давайте ее возьмем. Ага, ее уже забрали. Короче, вот и Special Power. Нажимаем, хоп, это у нас противогаз. Мы побежали, мне ничего не страшно, можете на меня пердеть. Фу, тут еще кто-то котенками какие-то навонючил. Короче, можно тут еще потом, я так понял, как-то апгрейживать свои вот эти эффекты. Вторая, это вот, ой, мамочки, смотрите, что это такое? Фу, надеюсь, оно не пахнет. Нет, нужно сделать вот так, насрать, а потом сразу же противогаз одевать, иначе это невозможно. Короче, это какой-то просто сумасшедший режим. Я такой первый раз в Roblox вижу. Это... Чем думали разработчики, я вообще не знаю. Правильно, у них, наверное, попец над головой. На голове попец. О, это мы играем в этом бассейне. А, подождите. Ага, так это у нас унитаз. Ёлы-палы, это у нас унитаз, который где-то летает в космосе, что ли? Это же он Земля там у нас. Может быть, это спутник? Ага, я понял. Это Международная космическая станция, МКС. Ага, все теперь понятно, как она выглядит. А я-то думал, там какие-то типа... Тарелки всякие, там антенны приборные. Вот она, оказывается, как летает. А тем временем у нас какая-то новая карта. О, у нас там туалетная бумага, но она нам пригодится. Она нам определенно пригодится. Давайте будем хавать наши бобы. Где наши бобёшки? Бобёшки, эй, оставьте бобёшек. Я хочу сейчас попробовать раскачаться побольше, чтобы накопить уровень. А, уровень у меня уже, кстати, 400. О, я какую-то шаурму. О, я понял, короче, это когда большие штуки хаваешь, и ты становишься большим. Дай его сожрать! Мою капустку захавал, блин, засранец. Давайте мы ему подпердим. Ну-ка, иди сюда. Вот тебе. Все, мы его сдули. Куда-то он улетел. А, нет, он выжил. Мы его пердежом почти сдули. Но ему повезло, он выжил. Он приземлился на ноги и на сушу. А должен был вот сюда, в толкан приземлиться. Когда в толкан приземляешься, ногой наступаешь, что-то не особо-то и как-то и приятно становится. Ой, мамочки, меня сейчас котят. На меня котята навоняли вон те. Кстати, я хотел посмотреть. Вот, едит, можно купить тут. Эффекты для пердежа. Будет зеленый пердеж, за 100 будет картун. Это, ну, короче, мультяшный пердеж. Котята стоят 300. Потом травой можно пердеть. Это какими-то... Ну, короче, как хлопушка. Пукнул и поздравил с днем рождения кого-нибудь. Книжкой можно пердеть, лепесточками. Ну, это на 8 марта мы, наверное, купим. Бабочками. О, боже мой, всегда мечтал пердеть бабочки. Ужас. Яичницей! Боже мой, когда-то я ел яичницу. Это что такое? Это... Ой, что-то тоже неприятное. Ой, боже ты мой. Это что, капанда? Что, будем капандой? Нет, вот это, пожалуйста, никогда не выбирайте. Сердечками можно будет подкупить. И тут куча всего. Радугой можно. И... О, говендочка есть. Говендочка, вот это нормально. Помоджи. Это типа как смайлик, эмоджи, только помоджи. Понятно. И уточками пердеть. А еще здесь есть вот такие какие-то штуки. Это, короче, эффект при убийстве. Я тоже пока еще не знаю. А давайте что-нибудь купим. Давайте будем пердеть мы... Давайте вот этим волшебством будем пердеть. Ну-ка, давайте глянем. Я хочу пердеть волшебством. У меня будет волшебный попец. Ну-ка, ты где, чувак? Давайте кого-нибудь, Опа! О, понятно. Короче, это как его? Конфетти.
Будем пердеть конфетишечкой. Ну-ка, иди сюда. Вот так вот. Все, полетел отсюда. Ой, мамочки, ну повезло, он туда упал. О, тут какая-то вкусняшка лежит. О, брокколи моя! Моя! Есть, я ее сождракал. Иди, вот тебе, вот так вот, полетел, все, до свидули. Ой, там кто-то чуть не обосрался, извиняюсь за выражение. Давайте какашку отложим ему. На, вот так вот тебе, наслаждайся. Вай. А, кстати, третья штука — это невидимость, ниндзя. Ну-ка, давайте попробуем. Я сейчас отложу кому-нибудь какашечку и попробую стать невидимым. Короче, мы будем невидимые ниндзя засранец, наверное, как-то так. Ну-ка, давайте попробуем. Надо сначала только похавать. Вот, давайте, какашка и ниндзя. Ниндзя, все, я невидимый. Я это не делал, оно здесь так и лежало. Оно лежало без меня. Его кто-то здесь не я отложил. Так, противогаз. В противогазе побежали. Вы мне, ваши пердаки не страшны. Да, смотрите, я в противогазе. Так, он, правда, недолго действует, но... Ой, мамочки, что-то случилось-то? Землетрясение, кто-то так пернул, что землетрясение, что ли, стало? А тут у нас такой рак какой-то, да? Ну-ка, рякчик и бряк, да, это что такое? Какой-то краб, наверное, я не знаю, что это такое. Ладно, полетели. Так, еще здесь, короче, вот есть кнопочка Edit, и здесь можно покупать другие способности. Вот, стоит какашка 20... Это 30, 60 стоит этого спешила и стоит уже 500 денег, а у нас 1300, давайте что-нибудь купим, давайте купим он за 500, вот это, вот землетрясение, фартквейк, пердеж землетрясение, пердежострение какое-то, не знаю, давайте его выберем, ну-ка, за 60, я сейчас хочу его и попробовать, на единичку оно будет, ну-ка, кто-то на меня все время срет, а? Так, опа, единичка, бэнчик, во, точно, это землетрясение, мы сделали землетрясение. Все, я буду им использовать. Он стоит, правда, 60 спешила. Супер силы. Ой, я даже когда подпрыгиваю, у меня конфетюшка из попки вылетает. Смотрите. Блин, главное точно кокушок не отложить на самом деле. Так, аккуратненько. И землетрясение. Бенч. Все, все разлетелись. Так, у меня 900 денежек. Я хочу потом еще что-нибудь купить, попробовать. Давайте какашку отложим. Ну-ка, дружище, на, наслаждайся. Ой, мамочки, ужас-то какой, ужас. Что, чем мы занимаемся? Мы занимаемся всяким. Видела бы мама, чем я занимаюсь, она бы меня не простила. Ну, мы никому не скажем, правильно? Ой, тут еще кто-то две какаки отложил. Ужас, навоняли. О, вкусняшка лежит. О, какая вонючая вкусняшка. Няма, я еще подрос. Смотрите-ка, он здоровый. Я здоровый засранец. Эй, тихо, землетрясение, вот так тебе. Бонч. Ну-ка, давайте еще раз приканем. А, у нас нету этих. Спешила не хватает, он там кто-то опять пердит. Я хочу потом попробовать раскачаться и купить здоровый, не знаю, пердак себе, что ли, как сказать. Пердак, короче, раскачать. Все, раунд закончился, на всех с мылом, до свидули. Все, короче, улетешили. Так, у меня 15 уровень. Короче, мои статы. Я убил двух чувачков, запердел. Схавал 91 бобенное зерышко. Короче, бобов нажрался 91, бобёное. Я сказал бобёное. И меня 4 раза смыло. Короче, меня запердели 4 раза, так понял. Больше всего убил вот этот чувак. Он собрал, кстати, зерен больше и 8 раз убил. Ну, просто я пока объяснял, пока лазил по менюшкам, меня, конечно, маленечко запердели. Ой, это что такое было? Это какой-то салют, что ли, праздничный был? О, яичника, это же яичница, да? Точно. Все, полетели собирать все. Я хочу сначала растолстеть. Я сейчас буду копить на землетрясение и потом кому-нибудь вот так вот хлобысь под нос. Ого, я еще и банку что ли выстрел. Извиняюсь, выкакал. Просто одновременно как-то... Ого, вкусняшка лежит, вкусняшка моя. Все, теперь я самый главный тут засранец. Кто самый главный засранец на сервере? Конечно, Капанда. Ой, мамочки. Все, вот мне отомстили. Я уже все. Я теперь не главный засранец, я все, смылся. Ну ладно, сейчас мы отомстим. Дико, осторожно. Так, раз банка, два банка, три банка, какашка, раз, какашка, два. Это убегаем, банки хватаем. О, капустка, это хорошо. Раз банка, два банка, три банка, раз, какашка, два. Какашка, да кто там пердит все время, а? Я тебя не трогал. Фу, навонял-то, у нас голова соединилась. О, нифига себе, она прикольная, еще держится. Так, а я хочу быть тоже первым на сервере. Я хочу кого-нибудь попробовать подпердеть. Ну-ка, землетрясение. Бэнчик. Они как-то их толкают или не толкают? О, здоровая капустка. Ну-ка, иди сюда. Я сейчас попробую теперь просто стандартным пердежом кого-нибудь сдуть. Ну-ка. Ребята, вы где? Иди сюда.
Вот, тут банки так быстро появляются эти, я сейчас тут быстро нахаваюсь. О, я еще уровень поднял, отлично. О, опять вкусняшка. Ну-ка, это иди от моей вкусняшки, от моей вкусняшка. Я что его не сдуло-то? Куда-то он не сюда прилетел, и землетрясение еще он. Вот такой. Вот так. О, дабл килл, Капанда убил этого чувака, и Капанда убил этого. Капанда дабл килл. Капанда двойной пердеж сделал, обалдешки. Да, фантазия, конечно, у рабочиков Паши, дай боже. Не дай бог, у меня такая фантазия была. Я бы, наверное, не знаю, что бы с собой сделал. Все, мы нахавались, еще нахавались. А, вкусная тяга, фантастик. О, еще там кого-то дабл килл. О, мы уже здоровые. Так, ну-ка, кто где? Я сейчас пойду кого-нибудь дую. Ну-ка, ребята. Вот так вам всем. И землетрясение. Ой, мамочки. Тихо, опять ждем. О, там куча вкусняшек. Ну-ка, я первый. Нет, дай мне вкусняшку. Ах ты, блин, засранец, как... Вот тебе. Догоночка, ой, мамочка, он, наверное, обиделся. Не, я ничего не делал. Что попец мне свой показал. Я тебе покажу, блин. Так. Оп, слабысь. А, все, ханашки нам какашки. Короче, вот примерно как-то так. Дальше я раскачаюсь. Пердак свой маленько подкачаю и попробую купить что-нибудь еще. На этом серию я буду заканчивать. Да дайте мне серию-то закончить, хватит там... О, нормально, я выжил. Все, пока я живой, всем пока-пока. Друзья, спасибо, что за просмотр, и, пожалуйста, много не ешьте этих банок.